пятницу вечером многие сахалинцы не ложились спать, ожидая новостей из Государственной Думы. Депутаты в первом чтении одобрили законопроект о переводе стрелок на территории области, исключая Парамушир, на час вперед. Новость с радостью приняли медики. После прошлого временного сдвига в областной центр медпрофилактики стало обращаться больше пациентов. Люди жаловались на проблемы с желудком и скачки давления. В связи с поломкой организма, когда было нарушено время биологическое для здоровья, у многих разбалансировалась работа желудочно-кишечного тракта. Пошла нагрузка на печень. Нагрузка на печень, нагрузка на сосудистую систему. Начало повышаться давление. Стали проявляться также расстройства здоровья со стороны нервной системы в виде раздражительности, бессонницы. Нынешний переход, по мнению медиков, окажет на организм благоприятное влияние. Жизненный распорядок придет в большую гармонию с биологическими ритмами человеческого организма. Поэтому и готовиться к переходу стрелок смысла нет. Правильное питание, разумный режим прогулок и отдыха – вот залог того, что перевод стрелок не вызовет в организме никакого стресса. А вот сельскохозяйственникам стоит к этому событию подготовиться. Специалисты советуют заранее корректировать время кормления и дойки животных, чтобы временной скачок не был таким резким. Перевод на час, он, безусловно, скажется на технологии кормления животных, доения. Естественно, перевод будет стрессом для животных, но этот стресс, он, животные быстро привыкнут в течение 3-4 дней. Та продуктивность, которая немножечко потеряна, она будет восстановлена. Перевод стрелок скажется на работе практически всех предприятий. По информации Сахалинэнерго, графа освещения занимает незначительное место в общем объеме потребления электричества, поэтому резких скачков там не ожидают. Положительно новость должна сказаться и на показателях аварийности. Поскольку световой день будет длиннее, то и количество машин, а значит и возможных ДТП в темное время суток снизится.